Приветствую вас. Нам, по-моему, в качестве такого совета, рекомендации, вам можно сказать следующее. Как вообще вы, в принципе, пришли к той идее, что могли ее спасти? То есть вот откуда у вас чувство вины? С чем оно связано, это чувство вины? То есть оно сейчас откуда-то взялось, то есть вы же почему-то решили, что вот я должна была ее спасти. С чего вы так решили? Почему вы так решили? Почему вы решили, что вы должны ее спасти? Непонятно. Неясно и непонятно. Вот. Поэтому вот я предлагаю вам заострить свое внимание именно на этих аспектах, на этой истории. Почему я считаю, почему я решила, что я должна была ее спасти. Вот. Я уж молчу о том, что могли ли вы ее спасти. То есть, на мой взгляд, скорее всего, не могли. И вы это знаете, потому что человек сделал то, что сделал, человек сделал то, что хотел сделать. Вот. Понимаете? И как бы тут такой момент. Вот, но откуда-то у вас, откуда-то, значит, чувство вины появилось, понимаете? И вот на это необходимо обратить внимание, именно на это. Откуда чувство вины, с чем связано чувство вины, почему? Как? Мне кажется, что есть такая вот история, такой момент, как минимум. Вот. Так? Я полагаю, можно ответить. Знаете, правда заключается в том, что вы в некоторой степени застряли в этой ситуации. Вот. То есть просто элементарно застряли в ней. Вот. Значит, почему застряли? Потому что, значит, как следует, не обдумали эту ситуацию. То есть действовали вы здесь, ну, на мой взгляд, чересчур эмоционально. Что я имею в виду? Вы не знали, что она хочет сделать. Не знали, не могли знать. Нет, это нормально, что вы не знали, что вы не могли этого знать. Это абсолютно нормально. И когда вы узнали о том, что, значит, что она так поступила, вот, когда вы узнали, вы стали предъявлять к себе требования такие же, как если бы вы знали, что она
это сделают. То есть вы не ограничиваете ответственность здесь, вы не разграничиваете ответственность, вы не отделяете себя здесь, вы не отделяете здесь себя от, ну, от нее, да, то есть свою ответственность от ее ответственности вы не разделяете. А где-то очень важный момент. То есть очень важно, чтобы вы как раз таки отделили себя от нее. Очень важно, чтобы вы как раз таки отделяли ответственность. А этого не происходит. Этого не происходит. И вот данный момент мне представляется ключевым в понимании вашей ситуации, в понимании вашей истории и в понимании, собственно, того, что вам делать дальше. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. Это другое дело. Ну, другое дело, захотите ли вы поисследовать? Захотите ли вы поработать, к примеру, со своим чувством вины? Вот. Понимаете, какая штука? Вот так. На этом, в принципе, все. Я думаю, что этого достаточно? Пока что. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.